Всем привет, меня зовут Мария Колосова, я стилист, автор блога «Кукла Маша», и сегодня специально для гида по стилю «Эконика» мы встретимся с самыми модными девушками Москвы и поговорим с ними о аксессуарных тенденциях сезона весна-лето 2015. И наша первая героиня – Александра Федорова. Саша – ведущая передачи «Фэшн-терапия», а также стилист, диджей. И мы поговорим о такой модной тенденции, как обувь в стиле 70-х. Мы знаем, что казаки появились и стали супер популярны в районе 30-х годов в связи с ковбоями. А как ты считаешь, эта обувь способна выглядеть по-настоящему женственно? Чтобы сделать образ более женственным, лучше сочетать казаки с легкими платьями, шифон, шелк, какие-то даже кружевные вещи, может быть, чтобы это были, там, не знаю, юбки, платья, сарафаны. Рыжая и черная обувь. С чем сочетать один цвет, с чем другой цвет, чтобы это были самые остромодные летние образы? Ну, в первую очередь, вообще казаки прекрасно смотрится с денимом. Я думаю, что в зависимости от цвета, например, если надеть черные казаки с черным денимом, то это будет такой немножечко гранж, хиппи, что-то такая смесь вообще стилей. Мне кажется, это будет классно. Если надеть коричневые казаки и синий деним, например, вот просто сделать тот лук из Индианы Джонс. Да, еще добавить этот образ какой-нибудь шляпой, то тоже будет классно. Саша, спасибо большое, что согласилась прийти к нам и принять участие в гиде по стилю. А мы в свою очередь посмотрим еще дополнительные варианты, как и с чем можно носить обувь в стиле 70-х и упомянутые нами выше казаки. Так какие же еще варианты сочетания с денимом мы можем предложить для такой обуви? Первый вариант – это total denim look. Это когда одежда из денима сочетается с подобной обувью в стиле 70-х. И я предлагаю вам не бояться использовать двойное сочетание и носить вместе куртку и джинсы, либо куртку, юбку или шорты, и использовать обе вещи из денима, поскольку в сезоне весна-лето 2015 таких вариантов действительно много. И наиболее женственный вариант – это сочетание обуви песочных коричневых оттенков с кружевом. Легкое платье, сарафан или легкий топ поможет такой обуви выглядеть действительно легко и, несмотря на ее массивный вид, воздушно. А сумка, которую можно носить через плечо с кожей питона, отлично дополнит такой вариант. Либо сумка-мешок, такие модели были максимально популярны в 70-х годах. Их носили такие модели, как Верушка. И вы также берите пример с ретро-инспирацией и повторяйте образы в таком стиле.